те люди, которые приходят в регион, те люди, которые вкладывают деньги в нашу область и развивают нашу область, они становятся жителями. Есть такое понятие обратная связь от жителей и решение проблем жителей региона, который ты представляешь. Вот инвестор, который заходит в наш регион, он становится жителем нашего региона. И их проблемы, которые возникают на пути их продвижения, это становится нашей проблемой. И мы не разделяем те вещи, которые должно делать правительство, и те вещи, которые должен делать бизнес. Это наша общая командная работа, и мы полностью включены в процессы тех проблем, которые возникают, еще раз говорю, независимо от малого, среднего и крупного бизнеса, потому что их проблемы становятся нашими проблемами. И, конечно же, это командный результат, командная работа. Это командная работа как на региональном уровне, так и на федеральном уровне. И здесь есть представители Виталий Леонидович и федеральные министры, которых мы иногда надоедаем и письмами, и звонками, решая проблемы тех или иных людей, которые вкладывают деньги, которые развивают регион. И мы прекрасно понимаем, что, может быть, через 3-4 года мы не увидим, но мы делаем огромный задел через 5-7 лет, когда эти деньги начнут работать и когда будут эти деньги приносить результат. И еще раз говорю, самое главное это видение проблемы, это та обратная связь, которую мы берем от представителей, которые приходят в наш регион. И они становятся туликами, они становятся частью нашей большой семьи, частью нашего региона. И все проблемы мы решаем вместе, мы их не оставляем наедине со своими теми вещами, которые иногда бывают. Поэтому я благодарен, конечно же, этому результату, этот результат достойный, но его бы не было, если бы не было командной системной работы тех людей, которые сидят за этим столом, и той команды, которая представляет правительство Тульской области. Я очень вам благодарен, благодарен ОСИ, благодарен Андрею Ременчу и благодарен всему коллективу, которые включены в эти процессы. А всех своих коллег, которые показали результаты, которые стартанули и которые придумывали и стояли у перестоков, я очень рад за Андрея Никитина, который сделал такой скачок мощный. Это действительно показатель, это действительно большая кропотливая работа, которая требует включенности всех. Спасибо большое.